все тебе очень хорошо, так как после завтра мне придется выбираться. Поэтому я пока что мало переживаю. Чуть ближе боя будет уже чуть-чуть посложнее. Так что пока что все отлично. Да, приехали вчера. Вчера вечером приехали. Сегодня прогулялись. Магазином. Прикупились. Так что все пока что отлично. Посмотрим. Завтра надо вешаться. И послезавтра надо нормально отодаться. Получится ли это, не могу точно сказать. Но план на бой нормально отодраться. Посмотрим. Да, 3 раунда. Задача моя поработать, если соперник позволит. Посмотрим. Ну, после последнего боя можно сказать, что все время отдыхал. Так как я думаю, что за это время я не растерял свою форму, поэтому пока что я не остыл от этого боя, так что я думаю, все будет нормально. Посмотрим. После всяких 49, конечно, обычно после боя у меня привычка полностью, ну, как бы расслабляться, но в этот раз я еще, ну, после этого боя еще пока что психологически на 50 турнир я себе готовил. Поэтому вот такая ситуация. Мне предложили бой. Турнир обещает быть очень хорошим. Поэтому мне кажется, что это будет хороший выбор, что в принципе все бойцы там очень хорошие. Свидетели и эмоции были очень хорошие бой. Альберт Василевский очень хороший бой был, он говорит, что у него травма. Я тоже как бы. Своего боя тебе интереснее посмотреть, да? Да, посмотри, кстати, да, Кутер будет очень хороший бой. Раисова. Так что вот такая ситуация. Буду переживать за них, болеть. Посмотри, в плане борьбы, сам, знаешь, более разносторонние. Я как-то однопланово боец. Начинаю махать и я все. Обычка, да, у него и борьба, и поэтому я думаю, что у него шансов намного больше, чем у меня. Я рассчитываю, что он выиграет.
Solid welterweight here in Ohio, who's
not, there's no chance a fire can make Welter look first. He's lightweight, he's a solid. Easy. Round three. Итак, вас разрешение судей. Победа вам, Эдди Окунар,